Здесь в основном представлены именно полимер-композитные материалы. Я начну с интересного достаточно образца. Это пьезополимерный композит. Есть стандартная керамика, есть пьезокерамика на основе, там, допустим, ЦТС. Вот. Она вся твердая. Пьезодатчики из нее, они твердотельные. Пьезопленки какое преимущество имеют? У них нет искажения на границе раздела с, допустим, водной средой. И они рассматриваются и имеют свое применение, наиболее широко распространены в подводных прием-передающих устройствах, пленочных гидрофонах. Поскольку они не дают искажений, дают достаточно широкий диапазон. У них достаточно высокий пьезомодуль. Также сейчас из данной пленки мы рассматриваем создание пьезоактуаторов. Вот этот продукт, он разрабатывается для радиоэлектронной промышленности совместно с Министерством промышленности и торговли. В текущем году мы уже на материал, на технологию его получения и изделия на его основе, то есть это датчики, заканчиваем проект, получаем литеру А. И со следующего года мы начинаем его уже малотоннажное производство. Производство максимально компактное. Практически все методы испытаний локализованы в институте. Главная концепция – это компактность, минимальная себестоимость, автоматизация, насколько это возможно. Контроль качества самой пленки, контроль состава, распределения. Вот. Достаточно все высокотехнологично и чисто. Вот эти ленты на сегодняшний день – это основа для создания нового класса полимер-композитов. Ну, в Европе он и в Штатах развивается, и в Азии достаточно давно, там, на протяжении там, последних, может быть, 10 лет. Это уже полимер-композиты на термопластичных матрицах. Объем наполнения самим волокном там, до 50-60%. Что дает высокую реализацию механических свойств самого композита. Параллельно наиболее активно, вот помимо разработки самой линии для получения лент, ну, она достаточно компактная получилась линия, мы разрабатываем метод автоматизированной лазерной выкладки этих лент. Такие решения в оборудовании, они на сегодняшний день есть только заграничные, они достаточно дорогие, и ввозить в Россию их не так просто. Мы планируем, как коммерческий продукт, саму ленту, оборудование для лазерной выкладки, причем ну, с программным обеспечением, с расчетом выкладки уже необходимым, и само оборудование для выкладки непосредственно, то есть то, что будет приводить лазерную голову вот, в движение, подача ленты и прочее. Ну, скорее всего, привод будет стандартный достаточно, либо это намоточный станок, либо это манипулятор роботизированный. Тем не менее, все остальное должно быть полностью наше, ну, то есть созданное внутри госкорпорации. Расскажу, наверное, еще про вот этот материал. То есть это пресс-масса, это пресс-волокнит. Данный материал используется на протяжении уже десятков лет в деталях двигателя, то есть это ракетные двигатели. Это в основном материал, работающий как абляционная теплозащита. Работает он короткое время, но достаточно эффективно. То есть унос, который получается, он позволяет его использовать. Материал на протяжении многих лет свою эффективность подтвердил. Потребление его достаточно большое предприятиями ОПК. Материал этот НИИ графита, разработка из 70-х годов. За последние два года мы провели его модернизацию. Цель модернизации была, в принципе, снизить его себестоимость на 30% и повысить экологичность производства. Я надеюсь, что вот до конца этого года мы эти цели достигнем. Опытную партию материала мы сейчас уже изготовили. Ну, ТУ в этом году уже будет выпущено.